Добрый день, друзья! Это мастерская «Карамели». Наша компания является производителем малоформатного оборудования для изготовления карамельных конфет, оборудования для карамельных мастерских и малоформатных карамельных производств. Хотите делать красивые карамельные конфеты ручной работы, лолипопс, трости, елочки, конфеты с рисунком внутри, яркие цветные в полоску в виде спиральки? Это к нам! В этом видео представляем вашему вниманию. Тянульная машина для изготовления атласной карамели настольного исполнения применяется в карамельном производстве для перетягивания карамельной массы, придания атласного вида, насыщения ее пузырьками воздуха и смешивания с рецептурными добавками. После перетягивания цвет карамельной массы изменяется, она становится непрозрачной, белой и шелковистой. Тянутая масса пронизывается тонкими воздушными капиллярами, за счет чего уменьшается плотность карамельной массы, она становится воздушной и мягкой. Процесс перетягивания делает карамель более качественной и увеличивает сроки хранения. Карамель более устойчива к воздействию окружающей среды в процессе хранения. При вытягивании на тянульной машине также происходит равномерное распределение в карамельной массе введенных в нее красителей-ароматизаторов. Технические характеристики машины вы можете посмотреть в описании под этим видео, а также на нашем сайте мастерская-карамели.рф. Смотрите это видео до конца, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и переходите на сайт мастерская-карамели.рф. Задавайте вопросы, оставляйте заявки и продолжайте смотреть.